Так, друзья, знакомьтесь, пора вырабатывать голос. Давай. Я Валерия Железова Сергеевна. Сергеевна. Я Валерия Железова Сергеевна. Нормально пойдет. Для девочки это уже... Так, смотри. Когда мы ехали сюда, что ты сказала? Завтра. Я сказала, что буду собирать абрикосы. Почему? Завтра что у нас? День металлурга. День металлурга. Кто у нас в семье металлурги? Мой папа. А еще? Твой дед. Кстати, не простой металлург, а очень-очень даже заслуженный. Так вот, значит, деньги всегда нужны, а в саду всегда есть работа. Допустим, вот сюда встань, пусть на тебя смотрят, вот сюда, 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 сюда. Ага, пусть смотрят вот так. Значит, что получилось? Бай крупноплодная. Вчера я собрал. Откуда знал, что ты вдруг проснешься желанием заработать? Но работа всегда найдется. Смотри. Мы превращаем этот фильм в учебный. Поищем упавшие фрукты. Их будет немного после моей вчерашней чистки. Вот. Их будет немного. Вот они, да? Вот. И так под каждым деревом. Впереди второй этап. То есть созревание поздних идет. Вон они поздние, вон они. Так вот, чтобы это было учебой, бери вот то ведро, где поменьше, оно полегче. Так, иди сюда. Это моя вчерашняя работа. Где его надо высыпать? Где-то в метре от... Да, наверное, между абрикосами, вот прям посередине. Зачем? Почему я на свалку не выкинул? Выливай. Почему я не вылил на свалку? А это ценнейшее удобрение. Согласна? Оно снова будет перегниет. Оно ее частично съедят муравьи, частично пчелы. Здесь будет такое твориться. Это пир горой. И все отходы оставшиеся уйдут в землю. И к корням, там будет кушать грибы, черви, это все для них. Вот он, кстати, червяк. Так, ну-ка покажи, где ты видишь червяка. Вот он такой коричневый. Слушай, а как, а почему он сверху ползает? А, дождь же прошел. Дождь, вон он, червяк. Правда, ну ты глазастая какая. Вот он. Так вот, их выдавила оттуда вода. Так вот, смотри. Что такое учебный фильм для детей? Тебе скажет мама, папа. Они все сказали, будешь всерьез работать. Все, нам дураков не надо. А дураки что говорят? Знаешь, берем, кидаем шланг, включаем воду. Чем больше лить, тем лучше дереву. Что при этом происходит? Был урожай, полдня шел дождь, полночи, полдня. Суток, наверное, половину, да? И черви, это случайно получилось. Ну зачем ты его заметила? Ты мне сбила тему. Вот он еще раз. Вот он. Вот. Они вынуждены, у них все затоплено. Все ходы, все, их жилище затоплено. И этот червяк вынужден жить на поверхности. Почему? Потому что он дождевой. Он дождевой, но его назвали дождевым, потому что после дождя он вылазит наверх. На самом деле избыточный дождь и шланг с водой. Избыточная влага – это для него смерть. Вот он сейчас на поверхности, а за ним уже охотятся где-то птицы. Стоит этому червяку исчезнуть в чьей-то желудке, и уже прекращается связь между деревом и... А дерево наполовину живет там, вторая половина дерева под землей. Там нормальное жилище. Там ходы червячные. Это аэрация, вентиляция, канализация. Вот, значит, что мы должны извлечь, какую эту пользу? Первое. Не переливать ни в коем случае. Запомнил? Если дикая засуха, по периметру можно будет полить. По периметру. Там, где кончики корней. Так, раз. Теперь, значит, возвращаем в сад все, что мы использовали. Это и вроде бы типа пищевых отходов. Так же? Вот. Не верь, когда вырастешь, и у тебя будут большие оппоненты. Ты будешь на нашей стороне, садоводов-практиков.
То есть никогда нельзя ничего забирать из-под дерева, не брать грабли, не выгребать гнилые фрукты, наоборот, возвращаем. Сказки, что там море зловредных этих самых, надо все выгрести и сжечь. Это самая страшная вещь, особенно в годы, когда засуха. Еще один червь. Еще один? Да. Ну-ка. Вот тут ползет. А это уже не червь, а... глазастенькая моя. Это уже гусеница. А ты считаешь, что она зловредная? Да, вред от них есть. Но дело в том, что... Они помогают сами? Нет, смотри внимательно. Видишь, что она оранжевая? Uh-huh. Видишь, что они оранжевые? Uh-huh. Это она сейчас только уползает от нас, прячется. Вот из-за того, что она выползла отсюда. Вот уже муравьи работают. Так, uh-huh. Гусеница эта, она жила в полугнилом плоде, понимаешь? Там она вывелась. Вот. Но представь себе, что я должен сделать. Я должен сейчас взять и уничтожить. Никогда ничего живого не трогаю. Это, пока она вырастет, пока она несет вред, она будет съедена кем? Смотри. Муравья видишь? Все, охота началась. Смотри внимательно. Смотри. Ой, жалко, на видео не будет. Вот еще муравей на встречу. Смотри. Все. Вот она жизнь-то. Поняла? Шансов у нее ноль. Это, смотри, сколько муравьев. Вот я вижу одновременно штук 20, видишь? Не знаю, видно, показывает ли камера. Смотри внимательно. Муравьев, видишь? Угу. Но если разглядел вот такую маленькую гусеничку, согласись, что это и есть жизнь. Шансов у нее ноль. Когда я вот это выкинул, в том, что теперь размножится, а гусеничка, это может быть, знаешь, от кого? Ну, скорее всего, это от плодожорки. Скорее всего. И пчела уже, да, это их еда. Мы с тобой угощаем всех наших друзей. Пчел. Мы угощаем червей, мы угощаем муравьев. Все они, вот они тут уже. Представляешь, какой фильм интересный получается для детей. Вот. А тот, кто наоборот, это бы просто взял бы в этот мешок и выкинул мусор, и уехал бы куда-то на свалку. Без всякой пользы. А польза вот она. Вот. Здорово получилось. Ну, спасибо. Заметила ведь червяка небольшого. Заметила гусеницу. Ну, а уже муравьев два десятка я тебе показал. Здорово? Вот. Так вот. Что теперь твой следующий этап? Закончим этот фильм или погодем? Давайте. А почему второе ведро стоит? Давай подкормим другие деревья. Вот, тут еще даже видишь, это название абрикоса вот на той бумажке. Давай пойдем туда. Да. Туда. Подкармливать надо старые деревья. Они уже, вон, смотри. Вот, кстати, сейчас, зеленые падают. А знаешь, почему зеленые падают? Почему? Их тут море, их тут показать. Их столько, что дерево не может столько выкормить. Так, вот, получается, два взрослых дерева, смотри, одно, второе, на, вываливай, не поднимай, оно тяжелое, вываливай. Сюда вот? Да, прямо между ними, корни от того и другого здесь, вот так, невероятное богатство. Теперь следующий момент, подними вот этот плод, это бай, да, это бай. Теперь смотри внимательно, мы же с тобой в данном случае, то есть, кушать уже не будем, грязновато, муравья видишь? Видишь? Теперь смотри. Внимание. Их тут много. Я уже заранее знаю, что вы. Смотри внимательно. Вот они побежали. Еще два друга. Вот они. Жаль, есть нельзя. Но главное, что возьми оттуда. Не бойся пачкать руки. Вот. Косточка. Ценнейшая вещь на свете. Так. Чистить ее не обязательно, это потом отдельная операция, вон туда ее. Вот, смотри, когда закончим съемку, ты соберешь не вот эти вот зеленые, их ветром сбило, вон они. Вот. А сбило ветром, потому что их сильно много. Кстати, смотри, как интересная вещь. Вот это бай, а вот эти мелкие зеленые, это от бая пошла. Смотри. Ну, мы просто берем вот так вот. Ведро. Вот, и подберешь вот эти крупные баи, так, видишь? Угу,
Полугнилые, да? Да, полугнилые, полуэто. Это все ценнейшая вещь. Чем больше гнили, тем ценнее косточка, потому что она вызрела точно. А и смотри, что получается. Бай я уже собирал вчера. Вот тут вот половина от бая. Вот тут половина от бая. А вот это дерево. Или пусть это будет второй вопрос. От бая отпочковалась ветка. Бай вот это мощное дерево. Ветка. И теперь бай отплодоносил. То есть я сама поднимала земли, так? А вот это, только начинает плодоносить. Тут море чего? Это от бая отделилось. Абрикос мелкий, почему? Прививка вот тут вот. Я в те годы, а и 30 лет этому дереву, еще живо. Я в те годы что делал? Высоко прививал. Но ниже прививки пошла вот эта ветка. И теперь она каждый год, независимо от морозов, дает что? Множество манжурских абрикосов, которые у меня идут под номером 3. Сын. Это же по двое манжурец, сын манжурца номер 3. Дальше я вижу, ты начинаешь скучать. А кто хотел заработать 200 рублей, я или ты? Пошли, бери пустое ведро, пошли собирать. Вот тут я в прошлый раз собрал. А это, ты в прошлый раз садил грядку же. Все, я выключаю. Это будет серия за номер 1. Сегодня 19-е.